старый дом, который я не помню, вот там вот стоял он. Так вот он от берега, наверное, метров 60 стоял, старый дом. А то, что я помню, так это верник он метров 50, где-то, наверное, метров 50-60 это все отмыло. Да, потому что вот, вот за этим деревянным гаражом мне отец лодки делал, деревянные. Там берега, берега, наверное, было метров 15 еще было берега, вот этого чистого. А теперь? А теперь вот все, под самый гараж подошел, а гараж-то был далеко от берега. Общий фронт работы получается у нас 2 километра. На данный момент у нас сделано 750 метров, на данный момент берега укрепления. Полностью? Не полностью, еще у нас есть озеленение берега. Сделано просто укрепление, выложены гиббоны вот эти вот, и укреплено 750 метров на данный момент. Ну, жители относятся вполне как разумно, все рады, что берег укрепления будет, зеленая зона будет, будет отдыхающая зона у нас сделана, как замгубернатор сказал, что делают очень, облагородят красиво, хорошо все, что у нас будет. Это вот. Плюс нам остается 3 съезда для пожарных, для рыбаков, чтобы могли лодки, снегоходы ездить, спускать проезды под охранилище.